плечи назад, слегка улыбаемся, руки свободные, спина прямая. Вот так строго в Черкиен преподают дефиле, ведь нужно не просто красиво-грациозно пройтись, а продемонстрировать уникальный наряд. Эскизы готовят художники со всей республики. Отшивают платья в национальном хакасском стиле тоже разные модельеры. Театр редко сотрудничает с одними и теми же людьми. Так интереснее, рассказывают сотрудники. Кстати, в коллекции есть настоящий антиквариат. Например, почти 100-летняя паго. Раньше эта белая зубастая ракушка каури стоила как целая корова. Все наряды в театре – дело кропотливое и затратное. В ход идут бархат, атлас, эко-кожа, шифон, пайетки, стеклярус и даже птичьи перья. Кстати, модели Черкиен попали в шоу «Поедем, поедим». Показали Джону Уоррену хакасский колорит. Девочки как будто бы занимались бытом. Ну, косички плели друг к другу. В общем, сидели, украшали своим присутствием. Посещают Черкиен и совсем крохи. Каблуки они, конечно, не носят. Предпочитают маленькие сапожки, расшитые камнями. Но уже любят макияж и накладные реснички. Ты, наверное, самая красивая в классе? Ну, я даже не знаю. Занимаешься уже долго? Да. Уже я ездила на конкурсы в Сочи и в Москву, и там заняла первые места. Со своими этническими нарядами черкиен часто ездит на конкурсы не только в Томск и Кемерово, но и в Москву и занимает призовые места. Чтобы путешествовать еще чаще, театру нужны новые лица. Если вам от 9 до 25, вы стройная и любите публику, то приходите на кастинг. Будет он 27 октября в АДЭМе. Ждут и крошечных модниц. Ну а красивая походка – дело наживное, уверяют преподаватели. Здесь этому научат. Даяна Эвельсон, Василий Самоделкин, новости, 7 телеканал.